Уже с Нового года «Казахмыс» начнет модернизацию Нур-Казганской обогатительной фабрики. Предприятие в Карагандинской области выйдет на объем переработки 4 миллионов тонн руды в год, а с 2027 года и вовсе мощность фабрики увеличится до 6,5 миллионов тонн. Все реализуется в рамках принятой программы развития производства «Казахмыса». Жалгас Азганбаев продолжит тему. Стратегический план «Казахмыса» рассчитан на 20 лет. В документе все четко прописано. Строительство новых объектов и модернизация действующих. Цель – увеличение добычи и переработки руды. В карту Казахстана добавят новые рудники, построят обогатительные фабрики и обновят оборудование на действующих предприятиях. По словам казахмысовцев, все грядущие изменения помогут увеличить производственные показатели. Кверх пойдем. Это же лучше же. Для нас и для корпорации, конечно, и для нас. У нас автоматика будет в первую очередь на первом месте. Автоматика оператора будет включаться у всех. Конвейерные ленты, дробилки. Все с одного места будет запускаться и отключаться. Впрочем, все новое и ультрасовременное сотрудникам Нур-Казганской обогатительной фабрики знакомо не понаслышке. Предприятие молодое, а соответственно и оборудование. Когда-то здесь впервые в стране запустили технологию, которая заменила несколько мельниц. Она позволила довести качество извлечения руды до 91%. С 2008 года, будем говорить так, по Нур-Казганскому обогатительной фабрике применяется практически ультрасовременное оборудование с компьютеризированной системой, которая могут помогать при действии мониторинга выхода оборудования и заранее, так сказать, диагностировать выход из строя оборудования и так далее. Как подчеркнул Саулихан Жексембаев, сейчас фабрика перерабатывает до 3 миллионов 600 тысяч тонн руды в год. Но останавливаться на этом нельзя. Для увеличения мощности в 6,5 миллионов тонн уже с нового года тут построят дробильно-сортировочную установку. Далее предстоят работы по реконструкции. Жалгас Азганбаев, Баглан Бегайдаров, Марат Биисов, Атамикен Бизнес, Карагандинская область.